Часть девятая. В правильное время, в правильном месте. Итак, мы вернулись. Нас ждет следующий город, но перед нами стоит еще один тренер, который хочет битвы. И я не могу ему просто отказать в этом. Один покемон у него всего. Бидуф. Но девятый уровень. Это круто. Это показатель, я думаю, показатель мастерства как минимум. И одиннадцать экспы, неплохо. Оренбург. Оренбургский пуховый платок. Как я мог забыть? Действительно, Оренбург Сити. Орбург Сити. Вот так вот я его называю. Но мы будем Оренбургский пуховым платком его называть. Сейчас чувак нам предложил, мол, давай посмотрим, где Джим. А вот он, Джим, и наш друг Умберто. Как ему поживается, интересно. Что? Как что? Ты тоже на очереди, чувак, что ли? Окей. Ну что ж, пока не будем спешить и обследуем город, посмотрим, что здесь есть. Может быть, какие-нибудь интересные вещи нам дадут. Даскбол дали, отлично. Всегда рад халявке. Надо же, дебилы, назвали Псидака Yellow. Просто выносят мозг мне такие люди. Ничего вообще про них не могу сказать. Кстати, хотел, вот в этом городе, Орбург Сити, да, Джим заперт. Я бы хотел, в принципе, составить список таких вот джим-лидеров, которые просто не находятся на своем месте во время проведения квалификационных матчей чемпионата. Я думаю, что просто надо, не знаю, рублем наказывать, что ли, таких тренеров. Ну, потому что, ну, просто мне непонятно. Вот такие вот тренеры для меня. Почему их нет на месте? И за ними надо бегать, спрашивать. Блин, ну это вообще просто высад. Ну ладно. Не будем гнать на джим-лидера и просто сходим за ним. Он, в принципе, в южной пещере находится и он типа похвастался, что у меня Пикачу есть. Ну, чувак, я за тебя вообще жестко рад, я тебе хочу сказать, и как бы завидую тебе, что ли, вообще жестко прям завидую. До свидания. Если ничего не хотите мне дать, то просто до свидания, как бы с вами, в принципе, смысла говорить нет.
Собственно, джим-лидер вот в этой пещере. Так, почему это я тут не могу пробраться вправо? Зубатов такой, ух, зубатый. Зубатые опаснее. Нашел, ну спасибо хоть за это. Джайдуду. Ну эти покемоны так и будут меня, видимо, доставать. Поэтому я сейчас возьму и побрызгаюсь репелом, чтобы больше ко мне не лезли. Вот он. Угу. Репел работает на определенное количество шагов. Орбург Майн, да. Некоторые тренеры могут и посражаться с вами, так что, если что, посмотрите, возможно, вот, тогда вот как этот. Ну, один покемон, этот Джадут. Минус Шрадут. Очень эта история грустная. 14 уровень у меня и... Блин. Чего-то нету боевых атак все еще. О! Эволюционирует Чимчар. Я бы мог подумать. Но я этому рад. Безусловно. Манферно. И матч панч. Вот он. Думаю, вот это не нужно, действительно. Все отлично. Тот самый матч панч, про который я говорил. Но их можно Старли ставить на первое место. Поушен. Уже замечательно. И вот Руарк. Да, его так зовут. И сказал, жди меня в моем джиме. Хорошо, мы сейчас за ним сбегаем. Эх, репел кончился. Сейчас будут приставать, ребятки. Ух ты. Я по меньшей мере удивлен.
Интересно.